Сейчас в мире существует неофициальная скрытая цензура. И эта неофициальная скрытая цензура действует на подсознание людей. Например, тема про женщин. Про женщин журналы пишут, в ТВ говорят, женщина может сделать яркий макияж, женщина может одеваться открыто. И об этом спорят. Это признак скрытой цензуры, потому что эта тема не опасна, выгодна для власть имущих. А на самом деле у женщин проблемы другие. У них проблемы низкая зарплата, безработица, их проблемы. То, что нет у них социальной защиты, матери-одиночки не могут вырастить своих детей и так далее. Но об этом никогда не говорят, потому что существует неофициальная цензура. А эта цензура как действует на наше подсознание? Спроси у обычных людей, какие проблемы у женщин. Они будут говорить об макияже, о сумке, о платье и так далее. Но о настоящих проблемах они даже не думают, потому что скрытая цензура их зомбировала. Вот так. Буду продолжать тему. Пока.